Вы где ходите? Алло, недоумки! Это задание было ровно на 2 минуты, а вы шляетесь тут уже весь день! Я не знаю, да. Мы старались. Мы старались. Я вас уничтожу, братья, вы такие, я вам всю морду изобью. Да, ну раз ты такой наглый, давайте мы сами попробуем, кто кого еще. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт. И сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы будем играть в интернов в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Если вы хотите больше таких видео, больше таких сериалов, можно так назвать, то не забываем, ребята, ставить лайки. Чем больше лайков мы с вами сможем набрать, чем чаще мы будем продолжать записывать вот такую рубрику. Да и, ребята, не забывайте подписываться на наши все каналы, ссылки, как всегда, будут в описании. И также не забывайте писать положительные комментарии, на самые интересные комментарии мы отвечаем. И, ребят, давайте соберем 15 тысяч лайков, потому что мы очень старались над этой картой, потратили очень много времени, и мы оставим ссылочку в описании, если вы наберете 15 тысяч лайков. Приятного вам просмотра. Ну что, ребята, добро пожаловать в больницу. Вы тоже новые интерны? Да, да. Мы тоже новые интерны. Ура, ура. Я интерн Игорь. А я интерн Евгения. Точнее, Евгения, нифига себе, у нас тут компашка. Приятно познакомиться. Интерн Евгения. А я тогда Эд для вас буду. Просто Эд. Хорошо, Эд. Можно называть тебя Эдик буду? Не. Ну блин. Это только для очень близких друзей, а мы только что познакомились. Ну ладно, ладно, хорошо, давай. Можно Пэдисон, пожалуйста, Пэдисон. Нет, нет. Откуда ты узнал мою тайную кличку? Так, мне кажется, нам нужно познакомиться с местными врачами. Любочка. Любочка. Йоу! Мне нужно поговорить. Любочка, давайте мы с вами поговорим. Ядрит Мадрид, новички, здравствуйте. Идите к начальнику в 69-й кабинет, он хотел с вами поговорить. Что делаем, пацаны? Мне кажется, нужно уже идти, в принципе, я туда. Думаю, она внушает доверие, можно... Давайте пойдем, хорошо? Да, давайте пойдем. Давайте. Пошли, пошли. Какой кабинет был? 69-й, да? 69-й. Ну что, потопали, давайте будем искать 69-й кабинет. Так. Смотрите, кажется, это вот этот вот кабинет номер 69. Так, кабинет номер 69, давайте войдем. Так, Быков, это начальник, мне кажется. Поговорим давайте с ним. Да, молодец, что поговорил с товарищем Быковым. Какой-то квест. Добро пожаловать, мои тупоголовые подопечные. Ну, ребята, здравствуйте. Как... Ну, наверное, здравствуйте, да. Он нам говорит, идите в палату номер 123 и возьмите анализы у пациента. После этого возвращайтесь ко мне, дебилы, и отчитайтесь о проведенной работе. Умственно отсталые ослы. Так точно, сэр. Мне кажется, да, с ним лучше не ссориться, поэтому давайте просто нажмем так точно. Да, скажем, хорошо. Давайте. А, так, куда нам нужно идти? Куда нам нужно идти? Да, 123 какой. Сейчас бы найти, где он находится, мне кажется, в той части или вот тут. Мне кажется, где-то вот здесь, все-таки, смотри, все кабинеты, мне кажется, в этой больнице так и все, в принципе, расположено. Да. Мы тут новички, нам даже никто экскурсию не проведет. Так, давайте просто мы будем смотреть каждый кабинет, и надеюсь, мы найдем тот, который нам нужен. Нет, мне кажется, не тут. Давайте мы пойдем 123. Давайте мы в другую часть, в другой корпус пойдем. Хорошо, Любочка, хорошо. Любочка, тут поздоровайтесь Люба, еще раз. Здрасте, Любочка. Так, я вижу какой-то кабинет. Да, 123, мне кажется, это тот. Ура, 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 заходим. Ребята, это наш первый пациент, Лобанов. Лобанов, йоу. Нам нужно у него анализы забрать. Итак, давайте поговорим с Лобановым. О, врач, здрасте. Значит, так, пациент, нам нужны твои анализы, да? Да. Получается, нам нужны его анализы, ну, верно? Ну да. Да, да. Ой-ой-ой, простите, врач, но я забыл их в туалете. Ну, я вообще не понимаю, как можно забыть анализы в туалете? Ну, ты придурок, Лобанов. Ладно, мы сходим за ними сами. Правильно, ребята? Да. Правильно, правильно. Первый пациент уже вот такой попался. Как-то не очень повезло. А куда нам в туалет нужно? Да, я тоже не знаю. Так, тут ничего нету, тут ничего нету. Давайте спросим. Вот он здесь. О, какой-то еще. Давайте, давайте, посмотрим. Давай, давай. Привет, к сожалению, я не могу пустить тебя в туалет. А чё он не может нас пустить? Меня наказал Быков. Я могу тебя пропустить, если ты мне принесешь расписку, которая освободит меня от работы. Ну, не знаю, пацаны, наверное, поможем ему. Да, давайте поможем, Романенко, хороший парень. Так, а где его взять? Где его взять? Попробуй обратиться к Купидману, думаю, он поможет. Ну тогда сейчас мы вернемся, жди нас. Хорошо, а где Купидман? Купидман, какой-то странный на самом деле, это фамилия или что это вообще? Да, что, не знаю, кликуха может. Что-то вообще очень странно на самом деле, я не понимаю. Давайте сейчас вот эти кабинеты проверим. Так,
какие-то непонятные буквы. Ищем Вотмана. Мне кажется, мы должны найти. Здесь не так уж и много кабинетов. Да, какая-то маленькая больница. Так, наверное... Да, вот тут, вот тут, вот тут! Какой он такой смотрит, такой, да, здрасте, да? Итак, привет! Не хочешь мне помочь? Че, поможем капитану? Ну, мне кажется, да. В принципе, можно. Давайте поможем. Принеси мне бутылочку коньяка, тогда я тебя освобожу от работы. Как тебе предложение? Смотрите, нам же как раз мы хотели освободить Романенко от работы. Давайте поможем. Наверное, давайте. Коньяк находится в подсобке у Любы. Ау. Смотрите. Скальпель. А, ну дай, ну дай. Тебе один, конечно, мы поделимся, конечно. Мне кажется, скальпель. Мне кажется, вообще лучше ни с кем не ссориться в наш первый рабочий день, поэтому всем поможем. Если... всех порезать. Если сможем. Так, Люба. Где у Любочки подсобка? Я тут вижу одну подсобку, но мне кажется, тут ничего нету. Наверное, с другой стороны. Так, может быть, мы обойдем? Давай, Люба, тихо. Вот, смотрите. Воу-воу-воу-воу-воу. Левин какой-то. А что он хочет? Ну, кажется, нужно поговорить, да. Значит, уходи отсюда. Меня, значит, он нас прогоняет, дорогие друзья. Люба меня отправила сюда охранять склад с коньяком, чтобы Купитман опять его не украл. Ага. Нам нужен этот коньяк. Да, нам нужен этот коньяк любой ценой. Бьем Левина, бьем Левина. Не хочешь коньяк отдавать, мы сами заберем. Как-то изи, пацаны, давайте коньяк быстро забираем и... Дайте мне бутылку. Да. Сюда, там раздадим, валим. Там разберемся, давайте быстро Купидман, пока Люба не заметила. У меня одна бутылка как раз. Так, молодец! Есть расписка для Быкова. У меня тоже есть. Да, так. Три расписки для Быкова, мы можем, в принципе, сразу освободиться от своей работы. Ну, знаете что, в первую очередь давайте мы отдадим ее Романенко, потом разберемся. Конечно. Где Романенко только? Где тут туалет? Вот Левин козёл, а показался. Ни с кем не хотели ссориться, но он какой-то слишком. Не получилось. Вот, Романенко, что, пацаны, давайте отдавать. Да, давайте. Спасибо тебе большое, вот твой ключ. Так, ну видите, он нам тоже помог. Так. Да, ключ, но у меня тоже три ключа. Три ключа. Так, анализы, смотрите, пацаны, анализы. Анализы, забираю анализы. Дайте мне одни анализы, пожалуйста. Так, вот. А мне какаху. На какаху. Мою какаху забрали. Так, сейчас давайте к Быкову отправимся, потому что мы уже нашли анализы. Ну что, ребята, давайте мы отнесем ему анализы. Мне кажется, он... Опа! Он у нас уже тут ждет. Так, давай, кидаем какаху. Начальник, вот вам анализы. Да. Нужно, конечно, с ним поговорить нужно, да. Вы где ходите, алло, недоумки? Это задание было ровно на 2 минуты, а вы шляетесь тут уже весь день. Я не знаю, мы старались. Мы старались. Я вас уничтожу, братья вы такие, я вам всю морду изобью. Да, ну раз ты такой наглый, давайте мы сами попробуем, кто кого еще. Да. Так. Ой-ой-ой. Давайте мы докажем новому начальнику, кто тут действительно начальник. Пацаны. Пьем его. Пейте, пожалуйста. Бейте этого Быкова, уничтожим моего. Какой наглый начальник нам попался, а? Команда. Пацаны, первый день, честно, ни с кем не хотел ссориться, но сами видите, какие тут врачи. Начальник такой попался, понимаешь, начальник. Ох, он просто ужас. Убили. Ну что, как вы думаете, получится у нас что-то в этой больнице? Ну, по-моему, первый рабочий день прошел достаточно успешно и продуктивно. Да. Да, я согласен, да. Завтра встречаем нового начальника. Да, ну что, дорогие друзья, если вам понравилась вот такая пилотная серия пародий на сериалов, то мы будем очень рады, если вы поставите большой палец вверх. Не забывайте, ребята, если мы с вами сможем брать 15 тысяч лайков, то в первую очередь мы выложим сборку и карту в описании, вы сможете поиграть там со своими друзьями, и мы увидим то, что вам действительно нравится вот эта рубрика, и мы продолжим ее снимать как можно чаще. Также, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, это обязательно, все ссылочки есть в описании на все наши каналы. Да, ребята, не забывайте писать в комментариях новые идеи на такие вот пародии на русские сериалы. Мы будем очень рады видеть ваши комментарии и будем стараться реализовывать ваши идеи в комментариях. Да, ребята, и также вы можете писать свои идеи, на какие сериалы вы бы хотели увидеть наши пародии. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока.